Здорово! Сегодня у нас 3 февраля, день, блядь, смертельного урагана в Москве. День смертельного матча на полях украинского футбола. С вами комментаторы Илья Лапьев и Сергей Ампилов. Да. Короче, драконы против железа. Непобедимое и несокрушимое железо на протяжении 4 сезонов никому не проигрывает. 4 сезона никому не проигрывает? Да, в этом году ни одной ничейки даже они не себе не позволили. Сейчас главный вопрос, смогут ли драконы. Единственная команда из топ-8, которая еще не играла с железом, остановить эту машину. Да, должно все получиться. Сыграем, как всегда, на отъебись. Ну что, какая я смотрю, настроили, все звезды. Даже орех на матче, счастливый талисман команды. Сейчас он на пике формы, кстати. В прошлом туре в сборную, по-моему, попал, да? 3 мяча забил. Может быть, сегодня еще хотя бы парочку. Он даже подстригся к этому делу. Счастливый знак. Как этот потлатый из Локомотива. Ты смотрел недавно, нет? Новый стиль у него. Тарасович, блин, или как там его? Такой потлатый, да. Ну, здоровый в центре поля играл. Не Тарас, другой такой. С такими пьющимися волосами. Короче, терлысый. Новый стиль. Они там поспорили, комментатор говорил, да. С кем? Забыл его, как фамилия. Короче, он похож на Ещенко из Спартака. Да. Забыл. Фух, ну что, топовый матч сегодня. Все решится, да? Судьба украинского футбола сегодня решится. Все, болеем за красивый футбол. Минуты отпиздили уже, короче, подводочку сделали, да, к матчу? А что, все по делу? Горизонт не завален? Кстати, где он? Ну ладно, если сейчас будем править, первый тайм может вообще вылететь. Так, Мамонт, смотри, стартовая пятерка. Мамонт в стартовой пятерке, остальные в представлении не нуждаются. Завид. Так. Жалко связочки лапки вот не получилось. Кирюх там голеностоп что-то дернул. Какой? Ну, брат Глеба. Он был... что, здесь, что ли? Да, блин, должен был быть. Но... Слушай, а что железо? Шестером пока, да, на площадке? Да. В первых минут, значит, инициативу надо брать. Свои драконьи лапы. Сразу Антоха, блин. 20 секунд отыграли. С центра поля. Там рикошет, что ли, был, да? Да нет, блин. Концентрация что-то не та, да? Надо чуть взбодриться.
Хорошо. Железняк 4 сезона не проигрывал, и в этом году даже ничьей не было. Просто всех выносит намертво. Блядь, это было... Хорошо. Там и железо, по-моему, из строя выведен человек. Или нет? Не, поднялся. Окей. Они железные. Ну да. Высокий прессинг, да? Конечно. Так это называется? Да, о, да, да. Только так и надо. Отлично. До какого-то момента вообще было замечательно. Потом, конечно, чуть-чуть закопались. Нифига себе, у них вратарь вышел. Снимаешь? А сейчас ага. Там приколе было. Ты видел? А, да, чё? А вчера, кстати, чемпионат Европы был. У Казахстана вратарь все время уходит. Ну, сейчас получит двоечку через апперкот. Да, двоечку. Давай, давай, Глеб! Отлично, слушай. Отлично, Роман! Набегал на мяч. Красавелла. Вообще опасный выпад был в исполнении игрока. Опа, думаем, через центр вообще на четверых, видел? Я вообще не понимаю, как это железо, ну я не вижу, что они, знаешь, там прям на голову всех выше, как бы хер узнает. Из-за чего... Оп-оп-оп-оп-оп. Вот это встреча, давай, давай! Блин, парень же сегодня просто решает. Ты видел, как разобрался в 18-м? Да, хорош. Смотри, что делает. Пять минут играли. А вот это разрезающее. Если б не Глеб, сейчас был бы момент. Давай, 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 Глеб! Сейчас Глеб въебет, мне кажется. Да, он давно чуть не забивал, да? Видите, Кирюхин решил проверить, насколько далеко кипер вышел. Что-то увлекся, не крутишь, да? Да что-то туда стал смотреть. Вот это прессинг, смотри. Вот это да! Отлично, молодцы. Молодцы. Блин, ну как на уровне. Надо забивать. По игре ничья сейчас. Нет, слишком, слишком, слишком. Не рейтинг, не рейтинг, не рейтинг. Там уже, блин. Колени полностью разогрел свои. Хочет выйти. Меняться никто не хочет. Ну,
как это называется, начало, дебют, да? Кого? Ну, дебют матча, да, не задался, короче. Ну, главное, чтобы дальше задался. Ну, сейчас, да, сейчас чуть-чуть выровнялась игра. Рука. Неумышленно. Был. Судья продажный. Хороший рамочек. Судьи сегодня не железо. Судьи сегодня не топовые на такой матч, могу так сказать. Вообще не топовые. Ну, ты видел, что просто вообще. Вадик, да, это другой. Хорош. Вот так с ними надо играть, видишь? Зря. Отпустили мяч. Смена. Кто? Опять Роман. А что там? Локтя не было. Чего-то. Серега Неретин с Орехом сейчас атаковать будет. Жалить. Ну. Блин, ты видел, а? Хорош. Да, вездесущ сегодня. Хавьер Занетти. Ну что, ну чуть-чуть отпустил вперед. О, на шаг, давай. Ладно, там не было. Нет, впрочем, чтобы в трибуну на ногах, блин, просто как акан сжимают. Интригу студишную хотят убить, я не пойму, что. Ага. Или фрейский футбол убить хотят. Вот как так отпустили? Да непонятно как. Там предела какая-то, да? Ты. Да, да, я чуть заметил. Ты понял суть момента, нет? Какая-то предела. Да, да. Что-то там спорный какой-то момент, видимо. Блядь, мне кажется, сейчас уровень гнева на поле уже как бы не закипели, ребята. Главное не перегореть. Сейчас нормально все будет. Игра идет. А, слушай, засчитали, нет? Счет. Или на того не выставили, или не засчитали. А вот разборки идут. Понимаешь, как нет? Да, судьи тупорылые. Там какая-то замануха. Что там случилось? То ли гол не засчитали, то ли что. Так что, был гол, не был гол? Ну, на табло пока 1-0. Какая-то заваруха какая-то. Эй, ну так нельзя, ну ребят. Витя молодец, лучший! Да не засчитали гоблин, там просто порожняк какой-то влетел. Да он! Ну там просто. Хорош, ты чё? Упал как слоумо, знаешь, такой там. Да не, аккуратно. Да там, не, пока сзади был, но он ноги убрал, он не дотронулся. Нельзя прыгать.
он уже сейчас что-то это... Какой счет? Гол засчитали? Да нет, конечно, там порожняк полный. Неаккуратно. Корпус нормально сыграл. Ну что, корпус нормально. Ушел. Еще раз. А где Полина? Блин, надо Баджу выпускать на поле, он просто все не рвет. Сейчас у них с Глебом связочка нормально получится. Надо Баджу на поле. Чуть-чуть отдохнул и выходить. Сегодня, блин, он просто видел, что вытворял. Да, да. Ну, первые 5, короче, нормально, когда. Рома сегодня. Как слушай, всегда, Ром завел идет до конца. Нет, да, сидеть да, вообще. Лично, да, матч 1-0, так что. Да, 1-0 полтайм первого отыграли. Что играть, играть, что? Я говорю, просто падали паузы, блин, 2-0 смотри. А, выстрелили все-таки. Херею. Третьим. Да, да. Я когда видео смотрел, вообще не понимал, как там. Хуйня, как говорит, Бускидинг самый плохой счет 0-1. 2-0 как бы лучше, да. Нет, наоборот, он говорит, 2-0 хуже. А, хуже? Да. Потому что типа можно расслабиться. Ну и где он сейчас, этот Бускидинг? По-моему, в жопе, да. Вчера это был. Чего там? Чего? Форчун. Сейчас Пизелов, короче, будет трибун. Нет, на трибуне. Нет, не надо. Сейчас в Круазе пойдем. В Круазе пойдем продолжать, короче, трибуну, трибуну. Заполучи! Да, да, надо руку не убирать, а то я смотрю уже. 4К, 50 фрейм снимаем. Тут 4К, да? 4К, 50 кадров. Первая запись в мире в таком качестве будет футбольная. Серьезно? Да. Шутишь, наверное. Ну, блин, качество феноменальное. Вот, 4К. Ну, конечно. Таких телевизоров еще нет. А что там случилось? Да что, там судим занесли, блин. Что? Не, конечно, что за команда? Она с тренером, нет? Нет. Они так все знают. Ну это что, как за Али Имп там сборная, нет? Все легенды там, кто это? Профессионалы там. Покупные, нет? Да нет. Фряновские там, кто-то. На основе Фрянов, много из Фрянов. Смотри, как тащит красиво, а? А вы вчера во сколько ушли? Да я в 2 отчалил, я ушел, все остались. А. Ты видишь, что форварду нашему по ногам бьют или нет? Они не могут, когда вот накал какой-то идет, именно вот эти два судьи. Решить, да? Да, ну как бы они плывут, короче, и тот, и тот. На них давят, короче, ну.
О-о-о! Подлет какой был! Жаль, Лю. Витя! Витя лучший! Сейчас сейв, да? Ты засел? Да. Супер сейв. В стиле Доминика Гашика. Хоккейный сейв. Человек не знаком с таким понятием, как фейерплей. А видел, сейчас... как он пнул мяч? Сейчас уже фейерплей нет, сейчас уже не в моде. Фейерплей не в моде. О, давай, Глеб! Обработка мяча феноменальная. Блюдо для настоящих гурманов. Сейчас просто спасает. Нет, на набегающий. 3-0. Ну и что, блин. Блин, на железном строении зрителей сейчас, смотрю, улыбаются такие, да? Игра получается. А что, 3-0, конечно. Блин, такая скамейка, я херею у нас. Плохая. Да блин, надо, чтобы зашел. Сейчас Глеб как вот. Сейчас могло бы 2-1, но фактически. Да, он, блин, спиной к воротам, да, принимал. Развернулся, там удар просто не вышел. Это все голы потеря концентрации. Молодец, мужик. В таблоид принял, только что видел. Ничего, 3-0 мы испытали. Блин, главное, что... Витя! Слушай. Не пожалел себя, блин. ККК из 3-0 тоже всегда вылезала. Сейчас главное один забить. Ну да. Нормально, Вить читал. В ребро там прилетело, походу. Знаешь, да? Руки, руку забываю. Вы чё? А чё там было на повторе, может, посмотрим, там вообще ничего не было, да? Надеюсь, перо там никто не достал. Страсти на Карине. Барян хлопает. Тренер Железняка, видишь, он сидит. Где? Вон. Не тренер, это просто болельщик. Консультант. Тренер-консультант. Менеджер. Блин, надеюсь, все неполиткорректные комментарии Андрюха запикает потом. Все останется для клубного инстаграма. No. Политкорректно. Мы за красивый футбол, правильно? Против дискриминации. Команды пускай доказывают друг другу все на поле. Мы за красивый футбол. Да. А где Олег, Ющенко? Прогул им поставим. Подожди, хоть один. Олег. Вообще никого, походу, нет. Обоим прогул. Да? Или я не вижу кого-то? Зрение, блин.
это привод, потому что мы бегали, а это будет не очень. Что там? Поймал. Кофе брейк. Сейчас Витя внесет корректировки. Офигеть, железо, блин, смотри. Восьмером сегодня играет. И наш 15, да? Пока здесь колено сейчас заберу, просто поворачивайся, и Маша говорит, сколько стоит. Хотели бой дать, ну, блин, видишь, чуть не прет на мяч ворот. Просто там такая остановишься. Глеб уж два мог зарядить, и Баджи тоже. Неретин негодует. Вот тебе на блюдечке с голубой каемочкой. О, блин! Егор. Игровой момент, да? Тактический фол. Роман просто как китайская стена непроходимый. От него только назад отыгрывают. Смотри. Двойная подстраховка. Двойной блок. Это зачем? Как ты сама говорила, мало ли что у тебя там бывало. Да. Сама так говорила. Мало ли что у тебя. Нифига себе, там уже, блин, пятый полевой вышел. Ну, смотри, просто как в бильярде хочет бэн, да? Ноль еще может все исправить. Ну, нормально, блин, когда орех на пике формы, это, блин, детский лепет 3-0. Конечно. За 2 минуты такие вопросы решают. За минуту. Ну, сразу надо было. Да. Смотри, что делает. Ты видел, какое ускорение, блин? Porsche Cayenne Turbo S. Сейчас один забить. Дело пойдет. На пол, дави! Слушай, ну подскользнулся человек! Вот это прием! Ты видел? Эх, пяточка. У Глеба нет, чтоб, блин, набегал. Садил бы по самые помидоры, блин. Хорош, все правильно. Да они возят железо, да, просто возят. Не там чуваки просто. Они мертвые во втором тайме. Ничего такого. Они возят железо, блин. Во втором тайме не жив. Вперед ногами вынеси. На то, что посвистеть, как мы худой, ни хера не понимаем, все орут, и мы будем орать. Все орут, значит, нам надо орать.
на матче железа всегда такая заваруха и топская какая? Не, тут всегда заваруха на любом матче. Да не, ну слушай, такой как бы эмоциональный заварух все. 20 секунд. Время пропущено. Подсказки там какие-то пошли, блин. Подсказывать нельзя! Как в школе. Ну вот, видишь, ничего не получил, знаешь, что, потому что он ему подсказал. Отдохнем и снова в бой. Да, вроде ничего. Ну вообще, почему? Да, переделали неплохо. Вообще весь вся эта улица такая, знаешь, уже более-менее. Конечно. Стрит-ритейл, да? Да, да. Конечно, хотелось бы, чтобы там плитку положили. Но... Положим, посмотрим. На что? Делать. Ну, будет тротуар делать. Вот, который вот... Где асфальт уже положил? Нет, вот наш вот этот кусочек. Вот этот карман заезд. Не, прикольно будет, да. Осыпать и закладывать. Ну, там будут, может, даже насаждения какие-то. Короче, будут облагораживать. Да, да, будет прикольно. Хороший вообще. Я вот в пятницу вышел, так прогулялся, ну, мимо этого. Приятно, свет везде, знаешь. Ну, конечно, да. Хотелось бы вообще, чтобы эту улицу, знаешь, так красиво закатали бы вообще с огоньками. Я бы сделал бы там много. Как сейчас сделали, да, вот этот парк небольшой. Да, небольшой, да. Но приятный. Ну, вообще прям вот весь проспект мира, знаешь, прям. Ой. Хорош. Давай, давай, давай. Дай пас. Молодец! Блин, чуть-чуть не зашло. Справа бил. А что, Кирюха приехал в Охрязино? Да нет, у него травмы с ногой какие-то, и поэтому вроде обратно уехал. А, так в Швецию был... уехал? Да, так и приехал. Ну он сюда приезжал, да? Ходили куда-нибудь? По-моему, он не доехал до сюда. В Россию приезжал, а до сюда не доехал. Из-за того, что ногу там сразу повредил. Если я ничего не путаю. Может, я что, глюканул? Ну, по-моему, так. Ну, что, 0-4 проигрываем, да? Простили. Глеб подсдох. Назад уже не бежит. Хотя надо бы. Вот что творит. Вот мостак, да? Блять, ну просто сегодня не день Глеба. Всю команду наказал, а удар, блин. Не повезло, в штангу, да, попал? Да, блин, чуть-чуть там. То ли внешне от штанги, то ли штанга. Красиво упал сейчас кипер. Видел? Да, да. Как биткоин, блядь. Обвалился, да? Биткоин обвалился, да? Да, блин, вообще не слава. Ну, с другой стороны, если ты его покупал, ну, как бы, сам понимаешь, да? Ну, есть! Какая вперед! Хорош. Все. Главное было распечатать. Сейчас пойдет. Я тебе говорю, они будут железо. Он мертвый. Он
просто мертвый. На последнем издыхании, смотри, там. Железо уже молится, не чтоб матч закончился таким счетом. Чувствует, что сейчас будет прикрывай, блин, просто. Ну, Серега, свеженький! Да. С Глебом, блин. Там ребят тоже, блин, на взводе, на скамейке, да? От души комментируют. Может, нам позовем? Я уже эмоционально, если честно, не зарел. Слов нет. Что, они, это были по-любому на эти? Они были, ну, какой-то слишком высокой культуры? Красиво. Да, очень красиво. Блядь, ну чё ты не ускорился? Завёлся, завёлся. Хорош! Вторую космическую включил. Не хватило что-то. Ну поле, блин, поле. Маленькое. Поль говно. Спринтер. Шутка. Ну как-то. Витя, решал! И будет решать. Серег! Конечно. А что, он тоже решил, смотри, да? То есть, ну, он отыграл в игрока, чтобы паунд был, так что? Нет, все правильно, мяч он. Все правильно. Как бы мяч оставили, значит. Что они в один могут вообще, видишь, ты как бы одного он обыграл, и все, из зоны. Блин, парень, момент. Да, у Железняка, конечно, блин, кипер просто бомбический, все тащит, да? Прыгнул красиво он. Бортес, блин, лучший в годы, блин. Мягенько тогда, как перышко прям. Опа-на! Ох ты! Я говорю, кипер там феноменальный. Серега сам не ожидал такой. Да нет, все правильно, было нормально. Ну, Антоха, Антоха, на тебя одна надежда! Молодец. Можно одну точку? Одним своим присутствием уже решил момент. Да. Баджо забил, да. Я, блин, думал, Глеб или Бадж. Забыл. Бадж. Артур, спасибо. Вопрос. Слушай, вот издалека, да, его, блин, умеют пробить вот как-то, блин. Один в один обыгрывают. Из-под игрока. Суть в том, что одного он обыгрывает, и остается зона, короче. Зона. Издалека, из-под игрока. Я хуя, блин.
Сколько они так забили, блин? Два или три? Пять. Уже. Смотри, в 1-1 сейчас сделает и все. Следует у нас зона. Баджи сегодня лучше, по-моему, в составе КПК, да? Что скажешь? Ну, пока. Слушай, ну, носится они как угорелые железо, короче. Четко, четко, четко. Очень четко. И они что, без тренера, да? Да. Просто смотрят футбольчик, как Реал, как Барс играет, и сами так делают, как бы, да? Ну да, да, они сами играют. В Реале? Нет. Видишь? Да, даже лучший кипер чемпионата. Кто там приуныл-то? Антоха. Железо по статистике, как АК обычно забивает или 6, или 9. 6 они уже забили. Походу на девятку выходит. Ага. От души, реально, блин, ну не заходит сегодня. Мне не в чем упрекнуть, красивый момент. Втроем стояли, че. О, видишь. Вот он. Мне кажется, Кэпу надо выходить. Свеженький. Да. На острие. Он там несколько мячей забил в одном матче. Да он на пике карьеры. На пике формы сейчас его карьера. Да, он двоечку влепил, да. С кем играл? Причем один там такой удар наотмашь был, блин. Как говорится, Батистути не показывает, потому что, блин, он в своей карьере таких не забивал. Не, все правильно он делает. Один в один пытается обыгрывать, но они как бы... Ну... Их сложно обыграть. Один в один, в общем. Зато им легко всех обыграть. Один в один. Согласен. Они... Каждого могут один в один обыграть. Нифига себе стенка. Розыгрыш. Ну, думал, блин, расступится. Можешь выиграть, всякое могло быть. Молодец!
Красиво, а? Ну а что ты еще скажешь, бля? Фил все по делу сказал. Все, железо поплыло, смотри. Бросают зону, оставляют. Певчанского бы, да? Вчера. В горле пересохло вот это напряжение. Певчанский был вчера. За 300 рублей. Темный. Дай ты спаться. Причем я не знаю, Бадвайзер есть наш темный? Русский Бадвайзер. Ну! Ромарио! Все красиво сделал. Но, блин. Да, Баджу что-то... дубль не провел, да? Не подставилась нога. Еще похоже, что не уел дома. Не, не завтракал еще. Сколько времени? Встал сразу, пошелся, да? Поехал. Не, я встал давно, 6-6 встал. В Москву просто ездил. Но! Лучший! Ну что ты будешь делать? Все штанги обстучали. Заколдовали ворота. Реально, колдун в команде есть. Смотри, четвертый сезон не проигрывает. В этом даже ничейку не скатали ни с кем. Ворота заколдовали, блин. 5 штанг было. 2 перекладины. 2 перекладины, да? Хорош. Единоборство ты покажи. Рамсы пошли. Кому там Русь досталась, да? Нижний хера. Не уследил, Лёх? Не, да псих этот летит. Да, блин, да тут, по-моему, на всех фронтах, блин, кипит, да? Да не, уже выиграл, что нахер ты летишь-то? 6-1 выигрывают, блин. 7 штанг было, все усрались, блин. Летят, блин, в прямой ногой. Чуток, чуток. Блин, у нас в команде все есть. Форвард есть, центр-форвард есть, блин, топовые все есть, кипер-форвард, кипер у нас топовые все есть, блин. Колдуна у нас в команде нет, как у Железняка, блин. Чтоб так же заколдовывали мяч и ворота. Смотри, что творит. Скажу так, играют на раунд. Штанги, если сосчитать, я имею в виду. Это
Ну вот это мастерство, да? Ну да, что, отдал, открылся. Ой, что там, Витя, что ты стык был, что ли? Ой-ой-ой-ой, Витя. Только травму не получить. Рассираем 1-6, еще бы травму не получить, блин. Смотри, к заморозке пошел, а? Там после ККК «Железо» еще, по-моему, топовый да, матч, да? Да, сейчас будет ФИС играть, ЦПК. Прочитал ситуацию. Ну поехали, что, скорость есть? Блин, парень, ну что? Вот сейчас порвали в этот момент. Единственный нормальный гол забили. До этого просто ни о чем было. Кэп лучший! Кэпу нужно стоять, блин, у ворот. И только щечку подставлять, чтобы затопить. На! Что там, без диджея вчера, да, вечеринка была? Да, шляпная. Че? Пиздец, шляпа, одним словом. Мне кажется, даже это не это, не Бадвайзер был, а Козел темный, короче. По ощущениям. Русскую хуйню, короче, налили. Кэп атакует. Ну дай ты Кэпу-то, блин, он забьет. Ром, дай Кэпу. Видишь, один в один выходит, и все. И как бы, когда одного обыграешь, то все. Видишь, и сам он открылся, когда поедешь. Просто физически готов. Смотри, видишь? Нормально все, блин, Кэп свеженький сейчас, блин. Вколотит пару мячей. И будет, как тут говорится, димедрольная концовка. Валидольная. А, валидольная, да. Димедрольная. Ой, ёпта. Карате какой-то же. Удар скорпиона, да? Ты кого? Обмануть хотел. Витю Кирюху. Ой-ой-ой. Кэпа! Кэп решал, видел? Хорош. Дай сюда. О. Смотри, игра как наладилась. Видите, выше. Комбинационная, да, пошла. Ну! Все к этому шло. Хет-трик у Баджи. Еще один остался. Да, время есть.
Хэп-то решает, а? Хэп-то! Чего там? Вот так, да. Нормально все. Время есть. Да, блин, если так отыгрывают по 20 секунд гол, блин. ЦПК, помнишь, что я забил? Два за минуту. Дайте Кэпу! Ну, все. Железо на лоскуты порвали. Ну, все. Во втором тайме точно. Все хорошо. Офигеть. Вот видишь, что? Играем. Фэйрплей в жопе. Да он подсказался. Играем. Баджет. Ах ты, блин, красава. Надо было баджет скидывать. Ну, Русь тоже молодец. Хороший удар туда был? Да, неплохо. О, видишь, обыграл этого. Могло зайти. Все, открытый футбол пошел. 35 секунд до конца. Ух ты. Ну и что? Три-семь. Колдуны, короче, и железняк команды. Второй тайм Витя усилил игру, кстати, весьма неплохо. Зря в конце вышел, надо было раньше уходить. Я говорил, блин. 4 секунды, 3. 0-1. За 0-1 до конца. Пустили, и итоговый счет 3-8. Все, всем спасибо за красивый футбол.